Участникам специальной военной операции из Башкортостана могут дать право покупать жилье по льготной цене. Соответствующий законопроект разработал Минстрой Республики. Его рассмотрят депутаты Госсобрания 17 ноября. Если инициатива получит положительную оценку, военнослужащие, а также члены их семей смогут покупать квартиры через Республиканский фонд развития жилищного строительства. По словам исполняющего обязанности главы Минстроя Егора Родина, покупка жилья через некоммерческий фонд обойдется гораздо дешевле. Предельная стоимость реализации ФРЖС, она ограничена приказом Минстроя России и, соответственно, Минстроя Республики. На четвертый квартал 92 с копейками тысяч установлено. Но ФРЖС никогда не продает по максимальной стоимости. Для примера, Затон, как он у нас, Затон Северо-Западный, улица Летчиков, где сейчас ФРЖС продает, там 70-80 тысяч за квадрат. Стоимость реализации квадратного метра. При средней стоимости первичного жилья в Уфе 101 тысяча. Профильный комитет Госсобрания предварительно ознакомился с инициативой Минстроя и расчетами стоимости жилья. Помимо участников СВО, правом покупки квартир по льготной цене предложено наделить вынужденных переселенцев с Донбасса и территории Украины. Право приобретения такого льготного жилья будет предоставлено участникам спецоперации без учета критерий нуждаемости, то есть независимо от площади уже имеющейся у них квартиры. Ну и, конечно, приобрести квартиру по сниженным ценам смогут как сами военные, так и их супруги. Если же участник спецоперации в браке не состоит, то право на льготу смогут получить и его родители. Напомню, в середине октября глава республики подписал план по предоставлению мер поддержки мобилизованным и добровольцам. В него вошли 30 мероприятий. В конце октября перечень расширили. В него вошла, в частности, бесплатная газификация жилого дома.